Аким Петропавловска получил выговор из-за сильного пожара. Как заявил глава региона Айдарбек Сапаров, все произошло из-за халатного отношения. Пожар можно было предотвратить. Напомню, в начале месяца в городе огонь уничтожил 9 домов. Без крыши над головой остались 11 семей. Властям даже пришлось объявить режим ЧС, чтобы была возможность оказать людям помощь из бюджета. По официальным данным, возгорание началось с камыша. Из-за сильной жары и ветра огонь перекинулся на близлежащие дома. Как утверждает Аким Североказахстанской области, на Аскаше сухостоя выделили 67 миллионов тенге, но работу не провели вовремя.